Турции в центре Стамбула прогремел мощный взрыв. Как сообщают турецкие СМИ, ЧП произошло в районе Фатих. Там расположена большая часть достопримечательностей и культурных ценностей. По предварительным данным, был взорван автомобиль. Информации о погибших и пострадавших к данному часу нет. Детали произошедшего выясняются. Между тем, на территории Польши на границе с Украиной упали две ракеты, в результате чего погибли два человека. При этом не сообщается, откуда она была выпущена. И Россия, и Украина используют боеприпасы российского производства. Президент Польши Анджей Дуда отметил, что точных данных о происхождении ракеты пока нет. Все еще устанавливаются все детали произошедшего.